Здравствуйте, уважаемые жители и гости города-курорта Анапа. Я, как руководитель туристической компании «Риалтур» и как историк по образованию, хочу представить вам первую нашу и новую экскурсию от Синдики до Гаргипии. Нужно сказать, что в 2010 году был открыт оставшийся храм Деметры, который датируется VI веком до нашей эры. Античных храмов подобного типа в России больше нет. Поэтому можно с основанием сказать, что Анапа – самый древний город России. В ходе этой экскурсии наши туристы узнают об основных артефактах, которые были найдены на территории Анапы и ее окрестностей с XIX века до наших дней. Обязательно побывают на двух раскопах и в музее Гаргипия. В России в соответствии с современной медицинской классификацией природные минеральные воды подразделяются на 8 бальнеологических групп. 4 из них разведаны на небольшой территории Анапского курортного региона. В программе нашей экскурсии предусмотрено посещение бюветов, источника минеральной воды и также санатория «Родник». Мы не случайно выбрали санаторий «Родник», поскольку на его территории расположено 3 уникальных природных источника минеральной воды. Главным богатством полуострова Большой Утриш являются уникальные реликтовые растения можжевельник, которые там прорастают. Удивительные эфирные целебные вещества, которые выделяют данные растения, оказывают благотворное влияние на организм человека. Поэтому данную территорию по достоинству назвали легкими города-курорта. Несомненно, участникам маршрута как раз и предстоит познакомиться с уникальной средиземноморской флорой и фауной данной природы. Опытные проводники расскажут им интересные истории и легенды данных мест. Анапа по праву занимает 32-е место, 32-ю строчку в списке городов воинской славы. К 75-летию со дня освобождения города Анапы наша туристическая фирма подготовила следующие экскурсионные маршруты. Морские ворота Победы, горы помнят твое имя, молох войны и твое имя солдат. Мы рады приветствовать гостей города-курорта Анапа и ее жителей на наших экскурсионных маршрутах. Мы предлагаем более 30 маршрутов. Анапа – это природно-климатический курорт, который встречает своих гостей не только летом, но и в межсезонье.